Здравствуйте! Всячески приветствую вас, товарищи и друзья зрители, и сегодня мы вам покажем специальный фонарик, который может светить невидимыми человеческим глазом лучами. Именно для этого картинка как бы разделена на две части. Справа меня снимает обыкновенная камера, слева меня снимает камера абсолютно необыкновенная. И для того, чтобы не быть голословным, мы направляем на вас этот фонарик и включаем его. Включаем. Мы можем видеть, что в обыкновенной камере практически никакого свечения не заметно. В необыкновенной же камере. Вот, мы тут видим довольно-таки яркий свет. Но это еще не все. Сейчас для полноты эксперимента мы выключим освещение в студии. Вот специально выключаем. И вот видим, что камера специальная прекрасно видит под светом этого фонарика. Обыкновенная камера не видит практически ничего. Вот я вам машу. Вашу руками, делаю вращательные движения этим самым фонариком. Ну вот, собственно, такая прекрасная картина вещей тут наблюдается. Включаем свет. Ну, а на этом наш маленький ночной эксперимент завершен. Фонарик собран обыкновенными человеческими руками. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Серега Львов.